Итак, смотрим, сколько стоит Нива Legend, Urban Black. Black это с черными дисками. Черные диски Black, там у него потолок. Ивановский, Автоэкспресс Иванов. Вот только в единственном салоне в Иваново есть такая вот Нива. Лимон 134. Она стоит. У нее базовая цена, вот ее 1,068. Дальше идет у нее на 32 тысячи аж какая-то охранка, какая-то волшебная. Зачем она нужна? Что, Нива прям так угоняет, что ли? Допы. В качестве допов надо еще доплатить 20 тысяч за антикоррозийку. Что-то мне кажется, это многовато. Да, в общем-то, да. Тут даже нету... Только коверка еще они предлагают, да? Вот смотрите, 32 плюс 5 плюс 4 плюс 3. 7, 12, 40. Блин, почти на полтинник, что ли. На полтинник допов. Каких-то бесполезных допов. Ну, так вот защита, что более-менее. Защита картера и все. Остальное полная ерунда. Лучше бы решетку на этот поставили. Вот сюда, на радиатор. Вот сюда бы решеточка. В общем-то, вот такая вот Нива Урбан. А вот Black, вернее. Ну, она Black. Это Урбана просто нет у них. У них нет Урбана. Я бы хотел, вот именно Урбан мне интересен. У них только Urban Black.